Всем привет! Мы находимся в отеле Selectum Luxury Belek. И сейчас я вам покажу завтрак, столовую, чем кормят на завтрак в Selectum Luxury Belek. Итак, мы начинаем обзор основного ресторана Selectum Luxury Belek. Это вход в основной ресторан, красиво оформленный, Cook's House. Стоят масла на витрине. И заходим непосредственно в сам ресторан. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас сыры, различные виды сыров. Причем сыры достаточно хорошие, дорогие встречаются. Мясо, колбасы, ветчина. Видно, что все качественное, дорогое. Снова сыры. Бри, пикник, эмменталь, камамбер, данаблю. Красивое оформление ресторана. Здесь у нас стол с закусками. Рыба красная, копченая скумбрия, анчоусы, килька, тунец, тамси, маринованные овощи. Вот. Итак, здесь у нас омлет. Овсянка с молоком, вареное яйцо, 10-минутное, вареное яйцо 5-минутное, барик с мясом. Глазунья, гезлеме, пончики, суджук на мангале, очень вкусно. Цветная капуста, телячьи сосиски, яйцо с сыром, глазунья с сыром, морковь, виши, пиццы различные, пиде, снова пиде, пиццы, мираба, очень вкусно у вас. Чок гузель. Здесь клубника, мед, сливки, варенье малиновое, шоколад, белые десерты. На тосте. Продолжаем осмотр завтрака. Меню завтрака в отеле Selectum. Различные закусочки. Красиво все оформлено. Мед с маслом, орешками. Каша овсяная. Красиво оформлена. Оформление все, конечно, на высшем уровне. Это, видимо, супы. Сейчас посмотрим более точно. Чечевичный суп. А здесь у нас суп с макаронами. Красиво оформленные
супницы, или как правильно сказать. Здесь у нас приправы к супам, сухарики различные, трава, горошек, морковь, картофель, кабачки, нут, различные соусы. Итак, здесь у нас идут овощи, нарезка, трава, зелень, помидорки, капуста, перец, лимончики, салатики порезанные, грибы, перец, огурчики. Моченый грецкий орех, шелковица. Это, видимо, какие-то варенья, скорее всего, да. Компоты, варенья. Порезанные салатики фруктовые. Снова идут компоты, варенья. Красиво оформлены. Интерьер. Выпечка различная. Довольно аппетитно выглядит. Булочки разные. Переходим к хлебу. Огромный ассортимент хлеба. Хлеба, конечно, огромный ассортимент, различный, на любой вкус. Кексы, маффины. Пахлава, баклава, очень вкусная. Малиновое варенье. Мераба. Все очень вкусно. Чок гузель. Это какие-то, видимо, масла различные. Семиты висят. Тостер. Приправы. Здесь у нас тост. Оладьи. Мераба. Различные подливки, шоколад, сахар, варенье. Блинчики. Довольно аппетитно выглядят. Вафли. Чуджук буфеси. Или детский буфет. Смотрим. Крекеры, печеньки, детское питание хип, йогурты, молоко различное, кефир турецкий, очень вкусный, очень хороший. Здесь у нас молочная рисовая каша, гречка. Все стоит на подогреваемых поверхностях, поддерживается температура. Вареные овощи. Мед в сотах. Опять же с красивым оформлением. Все в цветах. Различные сладости в меду. Семечки. Что это такое? Балканав. Какие-то напитки, горячее молоко. А это, видимо, мед. Напахал мед. Сухофрукты.
Хлопья, изюм. Опять же халва, варенье, джемы. Анчоусы с оливками. Сельдь. Да, сельдь. Консервы сельди. Хамси килька. Макрель. Тунец. Хамси. Тунец. Макрель опять. Тут что-то, грибы или что? Непонятно. Вареные овощи, гречка, молочная рисовая каша, фрукты, яблоки, апельсины, фруктовый салат, арбуз, дыня, грейпфруты, киви, клубника, персики, мушмула, апельсины, абрикосы, видимо, турецкая слива с ярко выраженным кислым вкусом. К ней надо привыкнуть. Мушмула, снова клубника, яблоки, бананы, нектарины, груши, яблоки и снова турецкая слива. Прямо при вас повар готовит. Мираба. Фреши. Что-то тут с хвостика, корица, апельсины. Да, интересно сделано. Здесь что-то, видимо, с клубникой, непонятно. Огурец, апельсин, клубника. Мираба. Мираба. And панжар. Редок. Детокс меню. Да. Фреш огуречный. Шпинат обработанный, петрушка, зелень, имбирь, корень очищенный, фреш из яблока, фреш лимонный. Фреш морковный, фреш из яблока, фреш из свеклы, имбирь, корень очищенный, фреш лимонный. Фреш ананасовый, фреш из яблока, гранатовый, мята свежая, фреш лимонный. Ну, на этом заканчиваем обзор ресторана основного. И иду набирать себе еды. Метрополис. Различные мясные, сырные деликатесы. Прошел мимо них и решил доснять. Да, хорошее мясо. Колбасы. Нарезки мясные. Прямо запах очень-очень аппетитный. Сыры хорошие. Да, все очень хорошо. Снимаем обед в отеле Selectum Luxury Belek. На обед у нас стоят масла, вина, различные вина, белое, розовое, красное. Здесь у нас сыры, сухофрукты, клубничка. Возьмем себе.
луковые кольца. Продукты. Средиземноморский краб. Макароны болоньезе, сыры. Картофель с кунжутом. Куриные ножки. Выпечка. Печенье, булочки. Суп из брокколи и суп куриный. Картофель жареный, выпечка, кальмары, кисло-сладкая курица, цветная капуста с йогуртом, овощные котлеты, рулон телятины, рис, пицца с грибами, с колбасой, с рыбой, тунцом, пюре, грибы, овощи, гриль, мераба. Здесь готовят мясо. Пюре, телячья вырезка, вареный картофель, различные холодные закуски, и, в принципе, стандартные йогурты. Плов из булгура с овощами, рагу из говядины, стручковая фасоль, баранина с овощами, зеленый горошек в оливковом масле, гювеч из курицы, хлеба, в принципе, те же самые, что и на завтраке. Масло с наполнителем, приправы, здесь у нас котлеты на гриле, скумбрия на мангале, приправы различные, рыба на гриле, курица на гриле, детское питание, детский стол, кефир, йогурты, хип, молочко, печеньки, тосты. Здесь что-то тут. Вареный булгур, суп с макаронами, овсянка с молоком. Детские супы, овощи. Фрукты, арбузы, апельсины, киви. Клубника, мушмула, дыня. Арбузы, кстати, сладкие. Ассортимент достаточно приличный. Пирожные. Повара селектума делают, кстати, очень достаточно красивые пирожные. Соответствует европейскому стилю. Очень красиво сделано. И вкусное. Вкусно и красиво. Красота такая.
красивые пирожные. Вкусняшечки. Турецкие сладости. Варенье, йогурты. Пахлава турецкая. Вот такой обед в отеле Селектум. В основном в ресторане. Народу мало, кстати. Ужин в отеле Selectum Luxury Resort Belek. Итак, у нас тут какие-то пирожки-булочки. Хлеб или что это? Донер. Нарезка. Донер из говядины. Свежайший. Перец, лук, рис. Йогурт, сироп, маринованный от плов, из помидоров, фаршированный лук, грибные шашлыки, бипап с баклажанами, плов шикарный, картошка, оладьи, драники, манты с мясом, тушеный окунь, кавурма из баранины, тут какие-то штуки, так, кебаб из говядины, плов из риса с макаронными изделиями, тут всегда пицца, тушеные овощи, перец вот очень вкусный, пиде различные, соусы, тантуни, типа шавермы, шаурмы. Здесь мясо на кости, жареное мясо говядины на кости. Это традиционное блюдо из пшеницы турецкой. Рагу из говядины. Микс долма, баклажан мусака, бамия с оливковым маслом, хлеба, все то же самое, что обед и завтрак, приправы, басуте, мираба, ага, супы Давуд Паша, и сутки лепача. Кебаб Адана, шашлык из говядины, кебаб с баклажаном, различные добавки к кебабам, форель на гриле, стейк из курицы, желтые помидорки черри, различные салаты. Огромный, богатый ассортимент пирожных, различных сладостей, яблоки. Пирожные очень вкусные и очень красиво оформлены. Пахлава. Турецкие сладости. Для детей овощные котлетки, кабачки с овощами, гречка на молоке, картофельное пюре, вареная рыба,
и вареная курица. Здесь у нас киви, дыня, апельсины, арбуз, клубника, шоколад с фисташкой, грейпфрут, слива турецкая кислая, мушмула, ананасы, бананы, яблоки, груши, клубника. А здесь у нас мороженое различных.